Государственного центра гинекологической культуры вам подарок! Будьте счастливы! Ёп! Ну, наконец-то! Наконец-то! Романы! Точно дети будут! Сынок, буду дети, потому что подарок от киевских цыган. Вот тебе в дорогу чемодан, а это вам в первую брачную ночь. Место возьми, деколон. Деколон. Так, еще подарок можно вручить? Эй! Да. От чешских цыган, как говорят, один глаз конокраду выколет в подворотне, он второй ставить должен, чтобы тебе, дорогой, смело и зорко глядеть в светлое будущее. Ира! Вот, дорогие, снимаю браслет. Дорогой браслет, сама бабушка Эсмеральда подарила мне его. Носи на здоровье. Глаз алмаз, одного не будет. Дорогой друг мой, чтобы ты знал, что твоя будущая жена никому не будет видна. Надень на нее этот платок, закрой ей лицо, и никто не подойдет. Дай я тебя поцелую, да? Так, следующий подарок можно? Да. Да. Сначала песня, потом подарок. Подожди. Между пальмами стал кипит крой, и гитары звук над морской волной. Бубнов слышен звон, и гуляют все. Свадьбу пышную здесь навеки се. Молодой, глаза как огни горят, и подруг глаза? Она красивей в сто крат. В небе над волной пеликанов лед, а любви жених лучше всех поет. Пусть звучит для вас поздравление вязь, ваши грезы все превратятся в явь. Жизнь вас ждет, друзья, счастье полное, и печаль умчит вслед за волнами. Что задумано, пусть исполнится все хорошее, пусть запомнится. Пусть любовь стоит крепче всяких глыб, и детей, чтоб вам, как в подарке нашим, рыб. Открой, открой. Держи. Ой, какая красивая штука. Ой, неужели презервативы? Как в подарке рыб! Как в подарке рыб! Сынок, вообще забудь, чему я тебя учил? Вот это вот пособие используй. Братская могила! Дорогие ромалы, а тут еще один подарок. А тоже рыбный. Это о крепкой дружной семье. Посмотрите, рыбка к рыбке лежит. Вот вам крепкая совет да любовь вам, дорогие ромалы. Это как в том анекдоте. Поза из Камасутры называется сайра. А вот кусочек мыла тети Розы. А, почти новый, пахнет вкусно. На счастье, тетя Роза сама мыла. Так что это вам не тетя Циля. И по цвету подходит шарфы. А чтобы любовь ваша была такая горячая и жаркая, как этот кофе. По утрам. По утрам и по вечерам. Часы. Не забудьте про трусы. Сыночек, ты утром жену будешь? Буду. И жену тоже буду. У меня уже рук не хватает. Подарки кончились, я надеюсь. Ой, молодым, это маска вечной молодости для невесты. Одевать два раза в неделю, с 7 до 8. Ну, начинать нужно после 50 где-то. А М или ПМ? Да-да-да, нечто подобное я видел в секс-шопе. Хотел приобрести, но жена запретила. Придется носить. Подарки давайте. Ой, дорогие, люди дорогие, доска хорошая. Подарки. Ой, смотрите, доска мел, пишите, доходы записывайте, расходы записывайте.
врагов записываете и вычеркиваете. Класс. Это то, чего не хватало. Первое слово, что мы пишем. Давай. Подсказала. Да. А давайте до 16-го останемся. Это наше настоящее. Так оно и будет. Чавелы, а это национальный еврейский макарон из Тель-Авива прислал вам дедушка Джура. Чтоб сытная была жизнь у вас. Да, дедушка Хайм знает, что прислать. Пионеры молодцы, соберем кило мацы. А вам подарок на всю жизнь. Картина «Маска». И вы ее повесите, и расти в цене она будет день ото дня, как и ваше счастье. И лет через 300 вырастет она в большую цену. И жизнь ваша будет как сказка. И жизнь ваша сразу станет как сказка. Давай, сынок. Сейчас. Так, ну все, играем. Бросай жену, пошли играть. Так, теперь надо по дорожке пройти. Обожди, еще не все. Дядя Ангель передал. Для достатка в семье. Лучше, чем карты, помогает. Развивает интеллект и кругозор. А деньги за переезд он передал? А деньги вон полный чемодан. А чего? Ну ты дядя Ангель про это ничего не сказал. Ну ты наглая невестушка. Столько бабок тебе передали. Так у них и табор весь такой. Да ты не говори, вот это вот, сынок, я знал, что я сомневался. Что не цыганка, то шалова. Да, давай тебе. У нас вот семья. Ненадежные руки. У нас благородные цыгане в нашей семье. Переплыла? Да.